Картина, открывшаяся моему взору, потрясла меня. Потерпевший лежал в неестественной позе, словно марионетка, лишенная вдруг сильной руки кукловода. Иван, ты понимаешь, что наш участковый из всего этого поймет только слово «потерпевший»? Знаешь что, Мишаня, может быть, мой слог, конечно, и витиеват, но я тебе напомню, что подобным образом писали выдающиеся представители поздней римской школы, как Аммиан Марцеллин, как Прокопий Кесарийский. Или ты и в их огород готов бросить камень? Знаешь, а я вот вижу уже очередной булыжничек. Вот, смотри. Россыпи зубов, сверкающие на темном асфальте, напоминали звезды, которые по странной прихоти создателя упали вдруг на землю. Ну классно же, ну! Ты представляешь, какой ступор это вернет нашего баклажана с кокардой? Баклажаны? Ха-ха-ха, баклажаны я люблю! С майонезиком, под водочку! Здорово, бездельники! Здрасте. Кабан, ну что, написал объяснительную? Да написал, только она сейчас у цензора. Какого цезаря? Сам, кабан, сам надо писать.